над Мадридом тучи ходят хмуро уже неделю как, а мы приехали в Костко. Давайте пойдем посмотрим, что там есть интересного. Не выкатывается. Короче, в Испании сейчас идет пасхальная неделя. Два дня были выходные, поэтому сегодня просто все поехали в магазины. Сразу же на входе можно купить себе айфончик, часики или наушники розовые. Так, тут какие-то орешки повыставляли. Вот какие цветы. Смотрите, лилии шикарные. Ну, правда, цена 35 евро. Ну, хотя за такой букет, наверное, нормально. Если честно, не знаю на них цены. Оливковое дерево за 300 евро всего лишь. Так, а здесь вот всякие пасхальные штуковины. Кстати, вот именно из-за них мы сюда и приехали. Вот такая вот баночка шикарных разноцветных жевательных конфет. Ой, я не знаю, я просто обалдею от вот этих наборов пасхальных маршмеллоу. Даже хочется купить, но понимаю, что они мне не нужны. 8 евро за 600 грамм. А вот это вот вкусные штуки, 60 штук по 40 миллилитров. Это самим замораживать, это сок, и вы его бросаете в морозилку и делаете летом мороженое. Очень вкусно мы покупали. А здесь какой-то новый миндаль в белом шоколаде. Блин, мне кажется, это будет очень вкусно. Как думаете? А вот вы только посмотрите, финики в арахисовой пасте и в шоколаде. Тут, короче, как обычно, орешки, орешки, орешки. Ничего нового. Так, продолжается ряд с орешками, семечки. А вот эти вот классные орехи пекан. Очень их люблю. Вот эти вот очень вкусные батончики протеиновые. Я их пробовала. Классные. Мне понравились. Нет моей любимой кокосовой закуски. А это что? Это кокосовые какие-то эти, боже, печенюхи с шоколадом. Это кокосовые роллы с шоколадом тоже. Сушеные мандарины. 9,99 за 567 грамм. Вот так. Вафельки с таким интересным названием для людей, которые не знают, что в Испании не читается вот эта вот буква H. Короче, вы поняли, да? Обожаю вот это вот печенье, оно, знаете, такое вот это вот масляное. 1,8 килограмма за 15 евро, очень даже неплохо. Вот это печенье Мария вкусное. Так, тут у нас что? Финики, курага, эти, боже. Только что же говорила, как они называются. Склероз. Вот это нереально вкусное, просто нереально вкусное французское печенье. Сколько оно? 9 евро, 10 евро за 6 упаковок по 150 грамм. Но оно просто бомбезное. Какие-то супер скидки на Таблероны, блин. 16 евро вместо 20. Ну это, конечно, классно. Очень вкусные шоколадочки. Боже, что ж у меня за слово паразит? Очень вкусно, очень красиво. Кто-нибудь покупал вот такое вот постельное белье? Я знаю, что оно очень хорошее. Ну, то есть я слышала отзывы, но я ни разу его не брала. Если вы покупали, поделитесь, пожалуйста, как вам оно вообще. И, кстати, в курсе, что оно произведено в Испании? Это типа там супер-супер люкс. Вот так вот. Здесь у нас ММДМсы для парти. Дальше тоже. Смотрите, какая упаковка конфет. 4 разных вида соединили в такую длиннющую. Лучше бы как-то они ее сделали 2 и 2. Правда, было бы удобнее. Ну, мне так кажется.
Вот это очень вкусный бельгийский шоколад с миндалем и кокосом. За полкило 9 евро. Конфетки тоже ничего так. А вот смотрите, какая-то новинка. Печенье шоколадное с солью. Тоже, наверное, будет ничего так, да? Тут у нас какие-то жвачки. Эти вот вкусные кофейные конфетки. Дальше. Вот эти тоже неплохие конфетки. Конфетки-мармеладки. И по цене они нормальные. 1,7 килограмма стоит 9 евро всего лишь. Как для Костко, это супер цена. А тут эти просто ряды с вещами. Их здесь невероятное количество. И по нормальным ценам. Так. Ой, какой набор из всяких. Кетчуп, майонез, горчица и какой-то соус. Класс. Сколько? 7 евро. Слушайте, может себе футболочку купить? 15 евро всего лишь. Такое качество классное. Здесь всякие полотенца. Кстати, в Костко очень хорошего качества полотенца. А вот этой же фирмы, которой постельное белье, полотенце. Коврик для душа. Ой, какой приятный. 16 евро стоит. Лучше в Икее за 5 купить. Так. Цветов сегодня не очень много. Так, какие-то новые шампунчики. Еще и со скидкой. Но что-то мне как-то они не внушают доверия. А вот это вот уже неплохо. Два шампуня увлажняющих и кондиционер по литру практически за 14 евро. Ну это класс. Здесь появились какие-то новые вот гели для интимной гигиены. Правда, они продаются только по 3. Но у нас пока есть из Меркадона обычные, поэтому нам не надо. А это какой-то кондиционер из бразильского ореха для волос. Короче, очень много новых продуктов появилось. Вот эти наборы мыла для рук смотрятся просто шикарно. Блин, они такие тяжелые, не буду поднимать, если вы не против. Слушайте, сколько ж у них веса здесь. Блин. 4 по 636 миллилитров. Вот эти вот супы очень прикольные. Я как-то раз покупала суп Хулиана за такую баночку 4,99. И здесь на 28 порций нормально. Что-то я не помнила уже такого. А вот ризотто с грибами шиитаке и белыми грибами. Баночка 6 евро. А здесь сколько? 10 порций. Но это как-то более правдоподобно. Здесь такие вот всякие мексиканские штучки. Смотрите, какой-то соус. Соус панчера. Астурийский. Дальше тоже 3 разных соуса. Зеленый соус, красный и гуакамоле. 7,99. 3 бутылочки. Вустширский соус по очень классной цене. 7 евро за 2 бутылки по 568 миллилитров. Так, это тоже новинка. Смотрите, вот такое вот масло оливковое в спрее для вот этих фритюр, короче, для фритюрниц без масла. Ну, прикольно. А вот какое красивое масло оливковое. Тоже смотрите, с чесночком, красным перцем, лимоном и белым трюфелем. Обалдеть. Так на подарок, конечно, очень красиво кому-то. Ох, тяжелое. Оливковое масло. Вот это Элизондо, тоже с трюфелем. Какая красивая бутылка. Я каждый раз на нее смотрю, она мне так нравится.
здесь кто-то положил, смотрите, какой батат большущий. Мне кажется, я первый раз такой вижу. В рядах с хлопьями. Ой, вот эти вот очень вкусные тоже хлопья. Медовые. Мне кажется, они вообще самые вкусные из всех хлопьев. Вот так вот вы можете попробовать все, которые есть хлопья этой марки. В маленьких упаковочках, видите. 11 евро за такую упаковку. Мы вышли к ряду с чипсами. Смотрите, вон чипсы со вкусом васаби. Мне кажется, будет очень даже неплохо. Так, это какие-то там таки, шмаки. Все такие, конечно, по ценам не слабым у них чипсы. Вот смотрите, чипсы из манго. 180 грамм, 11 евро. О, опять в продаже вот это вот их классное какао. Я, кстати, покупала когда-то, оно у меня до сих пор есть. 1 килограмм, 8 евро. Чипсы с креветками. Это даже не чипсы, это вот эти, вы знаете, такие вот белые штуки, они невкусные. Ну, по крайней мере, я их не люблю. А это шкурка из хамона. Короче, такие выжаренные шкурки из свиного сала. Очень даже неплохие. Слушайте, как я долго ждала этот попкорн. И все, никак я его не куплю. Купить что ли, а? 7 евро за кило. Дорого или дешево? Что скажете? Ну, вы понимаете, да? Я не смогла пройти мимо. Будем пробовать. Клубничный Бейлис сейчас по скидкам. Я помню, к моему мужу приезжала туристка откуда-то, не помню, вроде как из России. И она, когда увидела здесь в магазине этот Бейлис, она просто его... Я не знаю, сколько бутылок тогда купила. Как она его везла, непонятно, но... Сказала, что очень вкусный. Мы покупали, мне он, ну, как бы так себе. 16 евро, сейчас скидка 3 евро, а так он 19 за бутылку. Так, это какой-то непонятно, 40% минус калорий. Смысл без калорий. Да. А это что у нас? Вермут. Ой, какой красивый, смотрите, можно открыть, а потом вот этой вот крышечкой закрыть. Чем потненький. Так, дальше тут у нас мартини, апероль. Вон обычный оригинальный Бейлис. Вот этот вот, как он, господи, егермастер. Мейстер. Это что-то 56 трав. Прикиньте, джин, надо брать джин и тоник и ехать домой. Ой, какой джин красивый, смотрите, японский, бульдог, джин, тоже симпотный. Я, кстати, смотрела, в других странах в Костко продают очень намного больше разных вот таких вот интересненьких напитков алкогольных, знаете, в таких маленьких всяких бутылочках, типа пробников, что-то такое, виски. У нас почему-то такого нет, не знаю, может, испанцы не любят такие вещи, поэтому не продают, ну, короче, не знаю почему. Вот это вот, ребята, просто шикарное вино красное, если увидите когда-нибудь, покупайте. Здесь тоже такой вот отдельчик винишка, Маркес де Рискаль. Это продается последний раз почему-то, Тио Мартин. Такие бутылочки красивые, каждый раз иду и думаю, блин, хотелось бы себе купить. Вот эти вот вина хорошие тоже, но оно просто как бы, знаете, вот для красоты купить и поставить. Вот смотрите, как красиво. Правда ведь? 15,49 бутылка. Ну а теперь немножко о сырах в Костко. Смотрите, вот этот вот сыр с клюквой. Невероятно вкусный.
Он прям, ну, очень-очень-очень. Так, чеддер. Вот этот вот чеддер, это прям такой оригинальный-оригинальный чеддер. Знаете, с такими кусочками, как я даже не знаю, как это называть. Как гранулки какие-то такие вот у него внутри. Мы его всегда покупаем. Это какой-то новый чеддер тоже. Так, тут у нас пармезанчик. Такой кусочек пармезанчика 12 евро. Кстати, я вам хочу сказать, это еще очень нормально даже. Почем кило? Кило 17 евро. И вот такой вот чеддер есть тоже винтажный. Он тоже очень вкусный. Вот какой-то новый сырок. Его не было раньше. Да, новый продается в последний раз. 7,49 за 450 грамм. Но он по типу, наверное, будет вот как в белой плесени. По типу этого бри, по всей видимости. Этот знаменитый их бри, который уже открыли, мне кажется, все блогеры, которые только можно. А этот президент какой большой тоже. Смотрите, бри. 9 евро за кило. Классно. Но я его не съем, а у меня, кроме меня, его никто не ест. Ой, смотрите, какой миленький сырочек. С какими-то травками, муравками. Так, это обычный с плесенью Рокфор. Фета. Блин, слушайте, я видела эту фету, про нее рассказывали тоже блогеры из Америки. У нас ее не было. Так. А вот этот вот испанский сыр Торта де Касар занимал призовые золотые места в мировом рейтинге сыров. Вот так вот. А здесь опять, видимо, на праздничные дни поставили с морепродуктами отдел. Засыпали рыбу так льдом, что даже не видно, что здесь продают. Хвосты этих богованных. Офигеть. Ну, я вам хочу сказать, по набитости паркинга казалось, что людей будет больше. На самом деле, более-менее. Мы сегодня даже без яиц и без воды. Прикиньте, какая красота. Клацаем карточку, потому что без нее нас не выпустят. Едем дальше. Так, ну а на фудкорте, я так понимаю, все по-прежнему. Смотрите, что здесь можно купить. Я уже показывала, но на всякий случай, кто не видел. Ну и как вы уже помните, пока вас ваш чек не проверят на выходе, вас не выпустят. Так что ждем. Да, что-то сегодня эта очередь очень долго продвигается. Вот эти вот всех задерживают, что-то там не могут посчитать. Ну, наша очередь. Да. На улице погодка все такая же. Вы только посмотрите на это небо. Черное. Кошмар, еще и ветер. Я, короче, совсем уже ку-ку. Потому что этот корм, который там написано было 6 евро цена, он на самом деле стоит 14 евро. Ну ладно, уже взяли, попробуем. Вы только посмотрите, какое небо.